Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Конечно же, сегодня будет не сладкая серия, как, в принципе, и все наши серии. Но ничего не поделаешь, нам нужно проходить. Так, ребят, у нас тут... Здесь, по-моему, да, не мог на 3 звезды пройти. Твою налево, ну что ж, давай попробуем. Давай попробуем на 3 звездочки. Так, у нас здесь... У нас здесь, как всегда, все самое лучшее. Все самое лучшее, все самое вкусное, да? Готов, хлыщ. Я иду на отвлекашку. Так, я вызову, наверное, этого пока. Блин, ребят, ну вот... Ну вот... Да какого лешего-то? Ну, охренительно. И вот это я сейчас должен здесь вот этим вот всем делом проходить, да? Они молодцы, конечно. Обалденная задумка. Может быть, мне все-таки здесь надо позвать вот этого паренька, а? Как ты думаешь? Просто проверить. Почему же ты, гад? Угу. Готово, бомжиха. Так, одну мы с тобой ушатали. Одну бомжиху мы с горем пополам ушатали. Слушай, я, наверное, все-таки думаю, что вот этот парень будет нам надежнее, мне так кажется. Так, давай сделаем таким вот образом. Я бы еще на бушку камень брошу. Жарим, 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 жарим. Я блин. Я на отвлекашку иду, ребят. Охрененно на отвлекашку я пришел. Может быть, успеем все-таки. Это маловероятно, да, друзья мои? Хотя, подожди. Пока не могу тебе ничего определенного сказать. Я охренею, тут в меня такой град. Есть. Бомжа, друзья мои, мы наказали. Короче, смотри, что я попробую сделать. Я, главное, успел этих пушкарей, ребята, вальнуть. Пушкари это как самые главные гаденыши, которые тут могли быть у нас. И я их накумарил. Один раз я уже погиб. Так. Сейчас мы посмотрим. Вот этого вызываю я. Ну, понятно, тут разбор полетов идет. Сейчас посмотрим. Он сейчас должен, по идее, ну... Да. Так, еще... Блин, они его так быстро раскумарили. Да что ж ты будешь делать? Допустим, сделаем так. И валун, ребята, у меня валун готовится. Созревает валун. Ну, вообще, конечно, он хорошо тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай еще раз вот этого бегуна позовем, потому что бегун, ребята, здесь должен красиво. Так, если я еще заморозку сейчас возьму. И вот так вот. Отлично. Да в плане он его подбил. Окей, двигаемся дальше, друзья. Двигаемся дальше. И, по-моему, еще что ли бомжиха там будет. Или кто-то, я уже не помню, если честно.
Ну, мамонта тут, наверное, нафиг бы не нужен. Слушай, а вдруг получится, друзья мои? Вы охренели, блин, что ли, совсем, а? Нет, друзья мои. Звездочка пошла отниматься. И опять, как всегда, не хватило совсем чуть-чуть. Да ну что ты будешь делать, а, друзья? Ну что, вот что мне прикажете тут делать? Я уже и так, и сяк, блин. Опять не хватило полминуты. Ну полминуты не хватило, блин. Я уже практически идеально. Может быть, зря мамонта призвал. Но у меня практически идеальная, блин, была стратегия, ребят. Черт его знает, а. Просто не укладываюсь вот в этот, ребята, маленький промежуток времени, в эту долбанную минуту. Ладно, давай попробуем здесь. Попробуем здесь, ребят. Может, все-таки улыбнется здесь хоть удача нам. Не нравится мне вот этот вот наш валун, что мне дают здесь. И первая моя атака будет состоять чисто из Рэмбо. Ой-ой-ой-ой, как некрасиво-то получилось. Первый раз погибаю на ранней стадии, ребят. Очень некрасиво получилось. Прям вообще не знаю, как некрасиво. Ну вот этот-то голодранец нафига здесь нужен? Да-да-да, здесь, ребят, по старой схеме. Я пойду пока с этими разберусь. Далеко собрался-то, парень? М? Без брони-то он, конечно, слабак. Сразу же становится. Так, ну здесь, друзья, однозначно нам придется и этих ребят вызывать, и этих. Лучше, наверное, этого. Хотя этот тоже красавчик. Идет норм. Ну где он там, блин? Прибежал, но, по-моему, слишком поздно мне показалось, нет? Но этих он там накрыл всех. И рыцарей, и которые в лодке там сидели. Пипец. Звезда, да, друзья мои, звезда пошла уменьшаться. У меня сразу возникает вопрос, опять как? Ну как тут надо успевать-то это все делать? И так двигаешься, как, не знаю, как пулемет, блин, со скоростью света.
И ведь все равно не хватает, а? И ведь все равно не хватает мне скорости. Вон, уже и вторая звезда, ребят, пошла уменьшаться. Не знаю пока, пока не пойму. Но я все вроде делаю правильно. Ошибок делаю минимально, ребят. Но видишь, как-то не особо хорошо получается. Ладно, хотя бы на один сундук больше у нас получилось. Громовой драго. Да, скоро он прокачается, если мы на него найдем еще две карточки. Знаешь, к чему меня здесь игра вынуждает, ребят? Она меня вынуждает, чтобы я заходил в магазин и тратил наши самоцветы. Вот эти вот, которые у меня есть. То есть тратил, например, вот сюда 260, грубо говоря, да? Вот сюда вот тратил. Вот что-то из этого ряда. Либо эпический сундук, либо легендарный. Я так думаю, ребят, на Тирекса механического я никогда не накоплю. Никогда. 900 самоцветов — это нереально. Я всю игру пройду, я не получу столько самоцветов. На Диметр, да, шлем бы, конечно, бы ему не помешал, тем более эпический. Но у нас, ребята, мы не ищем же легких путей. Нам еще, ребята, буквально одну звездочку. Давай попробуем, может быть, здесь сможем выбить. О, это тот уровень, по-моему, где будет слишком дофига этих оборванцев идти. По-моему, это он. Да, это этот уровень, блин. Точно. Сейчас эти рыцари тут достанут меня. О, да. Да, это тот самый уровень, ребята. Сейчас их будет тут целая куча идти. Начинается вроде с такого легкого, так скажем, ветерка. Заканчивается сам знаешь чем. Болван этот еще. Ну и что-то одни рыцари. Сейчас попробуем. Вот этот рыцарь хуже, чем вот этот здоровый, который был в доспехах, вот поверь мне. Ну что тут, Тирекса вызывать? Мне кажется, нет смысла, надо вот на этого, наверное, накопить каким-то макаром. Если мы его раньше вызовем, он раньше появится, раньше начнет. Нам даже на него до сих пор не хватает. Бомжиха тут еще, твою налево. Тут еще и бомжиха. Да отвали ты нафиг, я же помню, что ты... Нормальный расклад, ребят. Да ни хрена нормального, тебе скажу.
Тирекс нам там не помогает. Это нам не поможет. Да-да-да, обидно, что бомжиха этих... Да успокойся ты, чертовой бабушки, а? Есть. Так, минус бомж. Глава бомжиха их. Я сейчас стрельну. Бедных моих этих только. Вот сейчас, по идее, у нас должно будет хватать, ребята, вот на этого. И надо будет его, наверное, нам призывать. На ранней стадии. Если, конечно же, успеем. Блин. Ну вот я его призвал, а толку-то, ребят? Сможет ли, успеет ли он напугать? Вот в чем вопрос. Звезда уже уменьшается. А звезда уже уменьшается. Я хотел, ребят, на 3 звезды. Уже и дураку понятно, что... Это не получится. А они его запинали. А они его запинали вообще на изи, ребят. Нет, ну тут ни о каких 3 звездах даже разговора быть не может. Хоть король и получает звездюлей, но... Вот он там, видишь, этот идиот начинает прыгать. Блин, мне он бесит просто. Вот этот вот начинает там прыжки свои, блин, и репетировать. Само собой, его тут сразу же про отца, так сказать, отправляют. Как ты тут, блин, пройдешь на 3 звезды? Я ума не приложу. Ну как ты пройдешь тут на 3 звезды? Если вот, смотри, я сколько с ними сейчас дерусь. Я даже к порталу не подошел, ребят. Я не подошел даже к порталу. Он, я его знаю, он, я знаю, что он там стоит. Но я к нему еще не подошел, друзья. Если тут даже огнеметчики, огнеметчики эти, арбалетчики, блин. Фиг ты с ними что сделаешь. Портал вот он здесь. Но ты вот теперь посмотри, сколько мы времени на это все потеряли. Сколько? Да дофигища, ребят. Так что про 2 звезды тут можно забыть, я не знаю, на ближайшие, наверное, месяца 3. На 3 звезды, чтобы пройти тут надо, я не знаю, какая тут должна быть мощь. Чтобы это все разобрать и пройти.
Мне не хватает всего одной звезды. Где ее взять? Где взять одну звезду, чтобы мне просто вот здесь пройти и посмотреть, что там у нас? Так, ну давай попробуем тут. Хотя последние уровни всегда, ребята, отличались своей сложностью. Там еще кто? Там, наверное, копейщик у нас будет, ребят, мне кажется. Ну. Там у нас копейщик. Чертов дурачок. Мне нужен валун. Сейчас, блин, подбили уже. Да. Ты сам все видел. Такс. Не знаю. Эх, не было печали, но бомжиха... но бомжиха прискакала, друзья. Ага. Я не это хотел, блин, я вообще не это. Я хотел отойти и звездануть, блин. Получилось, что она меня просто успела подбить. Вот в чем беда. Как думаешь, еще есть шанс у меня? Мне что-то кажется, что нету. Но пройти этот уровень, пока я ничего сложного здесь не вижу, ребят. Ну да, и была тут одна мымра. Черт. Была одна, да не одна. Оу. Не знаю, друзья мои. Ядрен ты! Пшел ты, козе, в трещину, а? Ну, гад, ну ты гад. Тирекса, блин, ну... Да все, ребят, звезды нет. Тут надо было Тирекса нам вызывать, скорее всего. А не сопли тут жевать.
Тут нужен был Т-рекс, и он бы здесь всех бы их раздавил бы. Наверное. Я тут, как всегда, начал ерундой заниматься. Вот и все. А хоть разбирает их? Он даже с этим солдатом не справился, Т-рекс наш. О чем тут вообще можно тогда говорить? А че этот побежал-то, сломя голову? Идиот-то, блин. Ему больше всех надо, что ли? Я не пойму. Да что ты будешь делать-то, а? Да. Не, ребят, про три звезды даже разговоров быть не может. Даже разговоров быть не может. Я думал, вся проблема в Т-рексе. Нет, Т-рекса ушатал тот здоровяк. Просто он его ухоркал и все. Значит, проблема совсем в другом. Проблема опять же в прокачке получается. Где же мне тогда брать одну звезду? Где? На каком, на каком уровне мне ее вообще добыть? Очень интересный вопрос. Вопрос очень интересный. Где заработать мне одну звездочку? На этом этапе я очень, ребята, много времени провел. И, соответственно... А он у меня пройден на две звезды, да? Вообще, наверное, на две звезды пройден был в свое время. Сейчас я не могу даже вторую звезду получить. Почему? Хрен ее знает. Так, ладно, давай посмотрим. Может быть, что-то из прошлого можем с тобой зацепить. Ну, там, например, здесь. Так, это по-моему, с самураями уровень, если я не ошибаюсь, да? Нет, это с лесом. Это, кажется, где орды будут бежать. Да-да-да, это, по-моему, с ордами связано. Вот именно этот дурацкий уровень. Сейчас проверим. Шаман, иди отсюда. Шамановский. Блин, пропустил этого-то. Ай-яй-яй. Так, а у нас уже мамонт. Мамонт-то созрел, но я думаю, от него толку здесь не будет.
Вот лучники, конечно, ребята, прихреневшие. Там шаман. Я хотел шамана, ребят, наказать. Я хотел наказать шамана. Да эти лучники, они не дают ничего сделать. Да я его грохну, их тут двое уже. Не дает покоя, а? Давай, ребятушки, давай, 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 давай. Опять этот Шамановский тут. Ты заколебал, а вот серьезно. И шаман один за другим, один за другим. Я уже, блин, сразу как только понимаю, что надо идти вперед. Надо идти вперед, ребята, и бомбить вот именно этих дурачков, блин. Так, ну а теперь, наверное, надо копить вот на главного. Вот смотри, как они активировались, друзья мои. Вот посмотрите внимательно. Ну, звезду отнимают. Да, вторую звезду. Не знаю, ребята, вот минус две звезды. То есть по времени не было. Хотя я все, вот я, ребята, докопил на него и сразу же его призвал практически. Ничего долго тут не рассусоливал. И, как видишь, ни хрена. То есть, по большому счету, так и получается, что... Но он даже не может пробить этого дурачка, понимаешь?
Вот он стоит, он изрыгает эту парашу, они убегают. И все, ребята, а дальше... А дальше они его там завалят, потому что я погиб. Согласись, плачевная очень ситуация у нас получается. Очень плачевная ситуация. Прям никакущая. Ты просто вот глянь, сколько их без конца выпрыгивает. И уже отсюда делай выводы. Ой, сложно, ребятушки. Тут уж ничего не скажешь. Ну, я стараюсь, я пытаюсь нащупать. Мне кажется, все-таки как-то тут уровень можно один пройти, ребят, на котором я встрял. Где он? Так. По-моему, где-то первый. Первый уровень, где... Блин, подожди. На каком-то уровне, ребят, я встрял и не мог его пройти. Так, секундочку, меня это немножко отвлекает. Так, ну давай все-таки посмотрим, подумаем. С пиратами самые, блин, были сложные. Ну, я практически прошел, ребята. Почти все прошел, да, что связано с пиратами. Че, серьезно, что ли, все прошел с пиратами связанные уровни? Да ладно, должен же быть какой-то, по-моему, один непройденный. Слушай, таких нету. У нас остался именно лес. Только темный лес, ребята, все. Блин. Так, этот мы с тобой пробовали, нифига он нам не поддается. Так, здесь что? Тут либо этот попробовать. Этот последний я не затащу. Вот этот. Тут есть только через плювиков играть. Ну тут у нас понятно. Раз птичка, значит тут будут летающие гаденыши. Давай вот этот попробуем. Конечно, тут валуны, электричество. А, так тут то же самое будет, ребят. Тут эти. Да. Тут, блин, час от часу не легче, короче. Да иди ты, блин, достал ты тут уже. Летающий вшивый. Не знаю, как тебя назвать-то даже. Бомж. Летающий вшивый бомж. Промахнулся валуном. А так мог только я сделать. Промахнуться камнем. Типа такой, знаешь, на ранней стадии побежал бомбашить всех. Ну вот. Ладно, я попробую это плювика. Хотя здесь... Блин, здесь не плювик нужен был. Здесь, ребятушки, нужен был не плю... Я вон того не могу задеть. Тут, как всегда, придется вот... Блин, я неправильно здесь сделал, ребят. Я думаю, всем стало ясно, точнее, что здесь нужен был... Видишь? Я не могу попасть, ребят. Здесь Диметр нужен был. Плювик, ты слишком близко подошел. Ты слишком близко подошел. Блин, долбанный ты плювик, а.
Конечно, там нужен был Диметр, потому что там слишком много накопило солдатиков, и он... Вот и все. Там нужен был Диметр. Так, давай еще тогда на одного Диметра накопим. Или на мамонт. Нет, Диметр, наверное, все-таки надо будет. Все-таки Диметр. Или мамонт, блин. В общем, бомжиху надо эту как-то... Черт, подели, этот стрелок там достал уже всех. А где ты был да раньше-то, блин, стрелок ты ворошиловский, а? Он только сейчас, блин, появился, начал пулять. Да. Опять этот Калистратыч идет. Но меня это больше не Калистратыч пугает, мне... И опять, и еще и бомжиха. Еще и... О-хо-хо-хо-хо. Там до кучи все идут. Само собой, Диметр мой погиб. У меня ничего здесь такого нету, чтобы я мог применить, да? Не-а. Вот, ребята, вам итог весь. Вот, посмотри, что происходит. А бомжа сзади кто-то хиляет, естественно. Естественно, друзья мои. Да почему ты, блин, не попадаешь, куда мне надо? Диметр, оглушай его. Не получается, ребят. Ну не получается и все. Ну ёпперс это, ну звезду отнимает. Ну как не крути, блин. Что за... Блин, и опять, смотри, не хватает полминуты. Да ёпперс это. Это, по-моему, это тот уровень, ребят. Я не знаю, почему, почему так получается. Я уже этих Диметров. Там толку, ребят, от мамонта не будет. Не будет. Почему? Объясняю, друзья мои. Летающее говно, которое летает там на дирижаблях, оно не даст мне... Как тебе это объяснить-то? Короче, так, смотри, у меня стоят динозавры, которые бомбят снарядами электрическими. Они не летят по противникам, которые стоят на земле, так как дирижабль принимает весь урон на себя. Понимаешь? Вот в чем дело. Когда я выпускаю Диметров, они бомбят по земле, но зато дирижабль бомбит по ним. Вот тут, понимаешь, палка о двух концах. Либо у нас нет универсального воина, который бьет и по земле, и по воздуху одновременно. У нас только навесными снарядами, блин. Вот в чем беда, блин. Вот в чем беда. Может быть, хил взять? Ну, а чем? Ну, как меня тут хил, по-моему, спасет? Ну, как он меня спасет от хил здесь?
Я не знаю, как он меня может спасти здесь, этот хил. Она вызывает электрических, их потом уничтожает, понимаешь? Вот вызываешь электрических, и их уничтожает потом. Плевуны. Плевуны хороши, ребят, но... Диметр нужен. Тут нам все-таки понадобится, ребят, Диметр. Мы сейчас с тобой сделаем вот так для начала. Потом вот так. Я не знаю, вот так, может быть, как-то. Еще одного Диметра. И вот смотри, вот, вот этот вот параж, который летит с неба. Вот она сейчас будет очень сильно мешать. Наносит урон они, ну, очень смешной. Ну, ты видишь, что произошло, да, сейчас? Ладно, пускай этот пока там с этим возюкается. А, он же подбил его все-таки. Я на Диметр опять, ребят, копаю. Вот, опять же, ребята, вызывал этих, он отстрелялся, его сейчас подбили. Его подбили, понимаешь? И опять кучу времени, блин, теряем. То есть палка о двух концах, ребят, но я уже говорил об этом. Плювика запинали моего здесь. И бомжиха тут эта дебильная. Прыг, да скок свой делает. А, еще же будет. Еще же будет король, ё-моё. Там же еще король, ребята, будет. Король бомжей. Про него не стоит забывать. Там король бомжей, который будет прикрыт дирижаблем. Да. Ну тут и мамонт не поможет. Тут мамонт нужен. Тут нужен будет и Диметр. И там же нужно будет как минимум два вот этих вот простофили. Это как минимум, ребята. Вот начинается вот это вот. А вот и король бомжей, ребят. Ну и, соответственно, мамонта сейчас тоже там распрягут. Его распрягут довольно быстро, потому что там слишком большая армия.
И этот дурачок со своими бомбами, конечно же, ребят. Так, подожди, там же этот, по-моему, да? Ну, конечно же, мне все время забываю, что тут дурачок этот. Нет, звезду отбирают. Отбирают, ребята, звезду, и хоть ты там. И одна звезда, поверь мне, это минимум, что они заберут. Они заберут их две. Вон, всех там положили моих. Всех моих ребятулек положили. Вон она и вторая звезда, ребят, пошла. На отнимание. Только тут мы еще даже вообще ничего не сделали. От слова вообще, абсолютно. Хуже, чем в первый раз даже идем. Просто хуже. Хил мне не помог. Вообще никак. Хил мне вообще здесь никак не помог. Да. Ну что, я там сундук, по-моему, получаю, да? Вроде бы деревянный, обычный, задрипанный сундук. А, редкий. Ну, редкий — это хорошо, ребят. 1600. Так, 7 самоцветов. Огненный стега. Пэтчи. Хэнк. Но никакой прибавки нам не дали. 5000 следующая награда, друзья мои. Через 45 ворот. Блин. А здесь что? Блин, состав хороший, ребята. Идеальный состав. И Хэнк вроде бы, и все. Но здесь мы... А, вот этот уровень-то, где мы с тобой чуть-чуть не успеваем. Я даже не знаю, как, блин, тут лучше сделать-то, а? Все как бы хорошо, все идет по зачетке, блин, но... Ну вот начинается вот это вот трихомодия, ребята. Да, блин, в плане... Хэнк нужен мне, Хэнк. Так, берем молоток. Успеем, как думаешь, пробить ее? Есть. Пробитие брони, блин. Так, слушай, тут, наверное, Диметрик бы не помешал, наверное, нам. Или нет? Давай, наверное, пока не Диметрика будем призывать, а вот этого вызовем нашего. Да-да-да, ты правильно подумал. Блин, он даже, ребята, он даже его не вырубает, ты понимаешь? О чем тут можно вообще, ребят, говорить? Куда пошел? Говорю, стоять, блин. Ну, добьете, я думаю, его. Красавчики вы мои. Справились с этим углоедом. Так, еще нужен, друзья, еще нужен один вот этот вот. Вот этот вот, блин. Грозовой, громовой. Так, смотри, я сейчас сделаю вот таким вот образом. Этих вызываю, они пока бегут. Здесь тоже пока притормаживаю.
Ну что он там бежит? Я не вижу его. Блин, прибежал. Что-то как-то долго с ним там елозится, ребята. Долго он с ним елозится. Вот она, блин, беда в чем. Ну, печи, ну. Смотри. Да что такое-то, блин? Да не было раньше такой фигни, блин. Мы раньше с тобой нормально проходили. Какого черта сейчас все перепуталось, блин? Ну вот какого черта там все сейчас пошло в раскоряку, а? Ну ты вот мне объясни, блин. Почему там все пошло не так, как, блин, раньше было, проходилось это все? Очень, очень интересно, ребят. Неужели этот нужен паразит, а? Ну что, они там с этим рыцарем справятся? Ну вы серьезно, что ли, блин? Ну... Так. Ладно, с этим разберутся, я думаю. Ну вы серьезно? Вы опять у меня звезду крадете, гады, блин. Ты посмотри, блин, они опять звезду крадут у меня, блин. Пипец, ребята, короче. Просто пипец. Взяли, свистнули у меня звезду. Причем в наглую. Там еще остался, там вообще осталось, ребята, полсекунды, блин. Полсекунды где-то, блин. И не хватило мне. Твою налево. Так, а что делать? Приходится, ребят, вот пыхтеть, краптеть. Я не знаю, я уже с этой тактикой, я уже задолбался. Я уже не знаю, что тут лучше придумать. Как тут лучше придумывать? Что тут, блин, можно придумывать? Сразу вызывать этого? Чтобы уже наверняка, что ли? Или что? Их как-то всех собирать в кучу надо, блин. После этого бомбить по ним по всем. А как еще-то, блин?
Да, и именно Диметру достается. Именно Диметру достается, блин. Бедолаге бедному. Сейчас мне доступен будет мамонт. Когда-нибудь, через 10 лет. Но тебя вот, кикимора, только, блин, и не хватало, а. Я в одно лицо ломаю, ребята, ворота. Ну и где ты? Ну этот-то в санных доспехах остался же стоять, блин, ну. Они вот что не понимают, что этот чувак, он остался стоять до сих пор в доспехах, ребята. В своих обоссанных доспехах, понимаешь? Я не думаю, что это нормально, блин. Ну давай, друзья мои, ну 3 звезды, ну. Давайте, давайте, ребятушки, ну, не подведите папочку. Да ладно, ну нафиг. Выдохните, друзья мои, выдохните и вдохните глубоко. Мы прошли этот этап на 3 звезды. Всю. Истерика, блин. Ой, ребята. Ничего и быть не может. Ничего и лучше быть. Как там песня-то? Ничего и лучше быть на свете не может. Да, 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 да. Давай, 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 открывай, открывай мне этот. Этот этап. Ну что, да, ребятушки. Одна энергия у нас есть, и я, естественно, ее заюзаю именно сюда. Состав, конечно, такой себе. Но я могу представить. Вот так вот, прям с лету. Бабжиха, давай-ка успокаивайся нафиг. Серьезно. Да ну! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все, кому не лень, ребят. Там все, кому не лень, прут. Да что ж тут делать-то? Так, он получил по щам, ребят.
Нифига, он бомбит. Так, ну. Мамонт, наверное, нам тут не пригодится, скорее всего. А вот кто бы здесь пригодился бы нам в данный момент, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой, будет больно. Кто бы нам тут пригодился, его нету. Ага, да-да-да-да-да, конечно же, ну конечно же, так и должно было быть, да? Да, меня, ребята, отправили к праотцам. И там уже пошел разбор полетов, там одни трупики, ребята. Сам видишь. Почему трубки? Ну, потому что, ребята, бомжи, бомжихи и прочая сволота нас здесь ушатывает. Удивительного здесь абсолютно ничего нету. От слова абсолютно совсем нету ничего. Бомжи хоть бомбанем. Бомбанем. Этих бомбанем, этих бомбанем тоже. Так, прекрасно. Электрик. Монтер. Тихо-тихо-тихо, не надо в спину. Отдохни. Сколько там еще этих бомжей, сколько там еще всего будет, а? Ой, боюсь представить даже. Такс. Да что он там рыцаря выставил своего, блин. Ну он серьезно, он рыцаря вызвал, блин. Ладно, рыцарь там бомбанули, хрен с ним. Мне надо, чтобы они все в кучу стали, понимаешь? Мне надо, чтобы они все встали в кучу, ребята. Так. Сейчас, подожди секунду. Эту оглушим пока. Звезду пошли отнимать, ребята, у меня. Если я не сжимаюсь, то, блин, может быть, все-таки хотя бы две звездочки заработаем. Одну-то как-то, ну, совсем не айс. Есть, все, друзья мои. Две звезды, неплохой результат. Конечно, три, это было бы вообще смачно, но и так сойдет. Так, дальше. Блин, ну совсем не хватает одной, ребят. Одной буквально не хватает нам звездочки. Так, друзья мои, давайте-ка мы на сегодня будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.